Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Как вам видно меня, если я меняю фокус? Вот лупа у меня в руках. И я сегодня хочу вам сказать одно важное слово, на мой взгляд. Очень важное. Для того, чтобы преуспеть в каком-то деле, и в нашем в частности, нужно быть сфокусированным человеком. И чем более ты сфокусирован в данную конкретную секунду, минуту, час, день, неделю, месяц и год своей жизни на своем деле, тем более ты успешен. Есть люди просто удивительно сфокусированные. Их еще называют сумасшедшими. Некоторые, кстати, не сфокусированные. Им непонятно, как можно все время думать, говорить об одном и том же. И делать одно и то же со страстью, увлеченностью, как сумасшедший. Нельзя доводить все до фанатизма и маниакальности, но для того, чтобы преуспеть, надо быть сфокусированным. Когда лупа используется правильно, то тогда с помощью этого прибора можно получить много выгоды. Ну, например, можно сконцентрировать солнечные лучи через лупу таким образом, что даст огонь. Но если концентрацию не сделать, если не сфокусировать солнечные лучи в минимальную точку, то все будет размыто. Энергии не хватит для того, чтобы получить нужный результат. Простейшая, элементарнейшая мысль, недоступная большому количеству людей. Если кто-то хочет преуспеть в нашем бизнесе, он должен быть сконцентрирован на нем, он должен быть сфокусирован на нем, он должен получить все необходимые знания, он должен выработать в себя все необходимые навыки и долбасить, бить в одну точку. Не в двух, не в трех компаниях, а в одной и в одном деле. Нужно понять, а что в твоем бизнесе самое важное, на чем должны быть сконцентрированы главные условия, усилия. Потому что надо делать и это, и то, и это. Надо и продукт продавать, надо узнать, из чего он состоит и как он работает. Надо знать, как его донести до людей, надо уметь приглашать людей на встречи. Надо им что-то рассказывать. Заполнять контракты, регистрировать людей в интернете, отправлять продукты и так далее. Много чего надо знать. Но к успеху ведет какое-то главное, основополагающее, фундаментальное дело, которое ты должен быть, знать в совершенстве и быть на нем сконцентрирован. Я вчера смотрел в Ютубе, случайно совершенно, увидел ролик с выступлением на ринге Кости Дзю, чемпион мира. Знаменитый наш соотечественник, живущий в Австралии, долбасился за свое чемпионское звание с каким-то иностранцем, с темнокожим парнем из Америки, с учеником Тайсона. И вот я, ну, победил он его, Костя Дзю, но смысл не в этом. Я вот видел его глаза, его фигуру, его действия. Он был воплощением, выражением сконцентрированности, сфокусированности на победе. Он как был как бульдог, как сумасшедшая собака, которая сконцентрирована на какую-то цель. Он был просто вот-вот нацелен на своего противника, прет вперед, и бьет, и уклоняется, и бьет, и бьет, и бьет, и бьет, и бьет, и бьет, встает, и снова бьет, и бьет, пока его не завалит. Такое визуальное воплощение сфокусированности на цели. Вот чего нам не хватает многим. В двух компаниях не понимаешь, где главное, где второстепенное. В час по чайной ложке, без страсти, без энергии, без фокуса. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, так что-то. И платят, почему нет успеха. Так
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, пел Высоцкий. Я не знаю людей, которые достигли высот каких-то, и они вели себя расконцентрированно по отношению к своей цели. Возьмите на любого, посмотрите на любого спортсмена. Возьмите на в качестве примера какого-нибудь писателя или музыканта. Чем выше его рейтинг, чем выше его достижение, тем он более сумасшедший, в хорошем смысле этого слова, тем он более сфокусирован на... Он только об одном говорит, думает он... Есть, конечно, гении, которые достигают результатов в разных областях, но в данный конкретный момент, когда они пишут книгу или когда они общаются с людьми и строят организацию сетевую, они сконцентрированы на этом. Итак, весь успех в жизни состоит в том, чтобы ты в каждую единицу времени, в каждый момент своей жизни понимал, что ты делаешь, для чего, и стремился получить максимальный результат. Если ты слушаешь человека, так сфокусируйся на этом. Чтобы был результат. Ну так, подсказка. Все это знают, конечно же. Но не все не могут прожечь своей энергией хотя бы лист бумаги. Потому что фокус вот такой. В единицу времени всегда входит размышление о том, что нет денег, что надо купить новые носки, что этот бизнес, наверное, не работает. Может, он купит, может, не купит. Подпишется, не подпишется. Только на одном, на победе. Да как Костя Дзю. Посмотрите, возьмите, зайдите на YouTube, наберите Костя Дзю, бьется с учеником Тайсона, и посмотрите на его глаза. И пусть эта энергия, которая в нем клокочет и двигает его к успеху, пусть она хотя бы частичкой вселяется в каждого из нас. И тогда мы быстрее построим свои организации и станем успешными людьми. Есть, конечно, много чего на эту тему сказать. Я сегодня с своей группой буду проводить тренинг, буду на эту тему говорить 1,5 часа. Ну а здесь так, чтобы просто дать вам задуматься над таким важным словом, как фокус, как способность сконцентрироваться на достижении самого важного, самого главного. А что самое главное для сетевика? На чем надо концентрироваться? Все ли это понимают и знают? Я знаю, а вы?